Учителем мечтала стать с детства, вспоминает Тамара Корягина. Всю жизнь она посвятила русскому языку и литературе. И, конечно, любимым ученикам. Верна остается и школе, которую когда-то закончила, и профессии. 42 года я в одной школе работаю. Говорят, что я выучила пол безымянки, это Кировский район. Ну, наверное, это так, но не считала. Есть понятие призвания, когда другого просто, никакого выбора не было. Тамара Михайловна – заслуженный учитель России. Получила звание еще и народного учителя Самарской области. С профессиональным праздником педагогов поздравил губернатор. Николай Меркушкин отметил – растить будущих ученых и специалистов, которым предстоит развивать экономику региона и страны, необходимо со школьной скамьи. Какой бы человек ни был, каким бы он ни родился, каким бы он бы талантливым ни был, для того, чтобы воплотить в жизнь, нужна школа, нужны знания. Нужна культура, культура в таком широком смысле слова. Нужно привить любовь к тому, чтобы он эти знания впитывал. Профессия учителя в Самарском регионе вновь становится престижной. Есть и финансовая поддержка. Молодые специалисты получают ежемесячные доплаты, а лучшие учителя – премии. В этом году около 60 педагогов региона будут получать премию губернатора. Плюс 10 тысяч к зарплате каждый месяц. Марина Кравцова, Константин Головин. События.